продолжение темы. Урал. Видать, недавно подбили, еще дымится. Еще дымит. Ёб твою мать. Мы сюда должны ехать. На технике, блядь. Там впереди минные заграждения. За ними хохол. Короче, пиздец. Да, он горит до сих пор. Недавно ебанули. Тут все распидорено. Тут, я так понимаю, тоже трупы. Техника. А как мы тут проезжать будем? Ёбаный рот. Это которые на минах въебались. Вот один брем ёбнул на мине. Заебись. Нет. Атас. Ох, блядь. Короче, пиздец сейчас, походу. Походу, сейчас обстрел будет, блядь. Что там? Вот такая вот хуйня. Фу. Осторожно, растяжки. Еще и растяжки. Дай им посмотри. Где? Вон, растяжки. Секунду. Вон, холк торчит. Вон, вон, с другой стороны. Вон. Холк торчит. Охуенно. Пару слов вашим телезрителям. Я как вам в рот, нахуй, мы никуда не поедем. Последний, нахуй, он уже брэмы все разъебали, а наши бэхи разлетятся в щепки, блядь. А мы, наоборот, куда идем, блядь? А мы туда не проедем. Да. Я не накрашу, блядь. Чтоб понятно было, по этой дороге, вот где эта вся хуета разъебанная, мы должны проехать на БМП с пехотой вплотную к хохлам через минные заграждения. Без саперов, без всей хуйни. Три штука. Ёб твою мать, что это? Ладно. Всем адьёс. Тут еще вот такие интересные остатки. Надо понимать, это был танк. Возможно, Т-72. Вон машинка лежит, отдыхает. А у нас просто продолжение истории про наших крутых офицеров, что мы идем наша задача с нашим барахлом. Вот, пацаны катаются. Вот. Что же это? Это похоже на у вас подсариот. Да, он новый, то есть еще даже вот пленка на этом сиденье. Прикольно. Зеркало. Вау. Сколько всякой фигни. Вот. Ну, в общем, так я о чем. Не хотят они ехать на машине, а типа, что вот, идите забирайте пешком. То есть машину могут взломить с одним водителем, это плохо, а то, что идет группа из 10 человек, это нормально. Очень по-нашему. Я прямо так и чувствую заботу. Вот еще один погорелец. Тюрба. Вот. Как-то так. С люком. Ну, судя по всему, ему камикадзе в крышу угадал. Вот. Только ничего не осталось. В общем, вот такая фигня. Так, провизию походу вез. И может еще какой-то хлам. Вот, в общем,
что еще хотел добавить. Днем боятся отправлять машины. Минутку. Итак, у нас УАЗ Патриот. Супер машина. У нее даже фары еще почти целые. Она зеленая. А еще внутри. Так, а внутри здесь уже особо ничего. Вон номера какие-то лежат. Вот. У нас там сзади. Дать тоже ничего. Вот. В кузове толком ничего. Какой сюрприз. В общем, вот. Какая досада. Так что так. Да, досадно, конечно. Новые машины. И выходят из строя. Но такова жизнь. Еще одно прекрасное творение автотаза. Гажули 2104. Даже литой диск сзади есть. Похож на москвичевский. Вот. Ну, естественно, там тоже ничего нет. Ну, в общем, вот. Бывает и такое. Все равно есть мужики с коками. Ездят и по светлу. И ничего. Вот еще автомобиль. Как говорил Леонид Аркадьевич в своем прекрасном шоу. Капитал шоу «Поле чудес». Автомобиль УАЗ-2108. Еще и с низкой панелью. Что у нас тут есть? У нас тут есть стельки. Вау! Она еще и краткокрылка. Да. Тема. Вот. Ну, то есть, вот забавно, они вот отправляют. То есть, типа, вот за машину страшно, а за людей нет. Ну, какая красивая ракета лежит. Не взорвалась.